Привет всем любителям пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша играет и смотрите продолжение партии за Англию, за Викторию. Sid Meier's Civilization 4. 4. Кто-то считает, что это лучшая игра в серии. Стратегически может быть, но не тактически. Вот, собственно, сейчас война с монголом. У меня уже в конце прошлой серии подгорало по поводу военных действий здесь. Ну да ладно. Так, мы открыли рыцарей. Теперь надо апать. Есть у меня несколько колясок. Сколько стоит? 140. Так, сколько у меня их на данный момент? Две. То есть мне надо 280 монет. А еще у нас лучники есть. Ну, лучники, ладно, они тут где-то в далеких городах стоят. Я к тому, что... Да, всем в чатике привет. Я к тому, что их в меткалуке... в длиннолуке... Так, тут ферму нету смысла... Ни один из городов не дотягивается до этой фермы. Я просто тут вырубаю лес. Так, вот главное 280 на рыцарей. Давайте. Собственно, так, 113 это мне надо. 170. Ну вот, 185 пускай будет пока. Дальше. Вот на этих... Ну, видите, как раз я успел вырубить везде лес, чтобы они не могли в защите тут стоять особо перед городом. Но вот этот стек ждем, чтобы они вышли из леса, чтобы его на него нападать можно было нормально. Так, этих ребят, наверное, в Йорк засуну. Единственное, катапульту дальше немножко проведем. Так. И просто я не знаю, куда он пойдет, сюда или сюда. То есть он уже к Ноттингему еще может пойти. Поэтому у меня вот тут стоят. Я тут сюда, пока, наверное, булавоносцев не буду доставать. Так, наверное, дорогу к Ньюкаслу. Потихоньку проведем. Еще одна колесница, но эту колесницу сюда переводим. Ждем возможности апнуть. Так, тут дорога есть. Кстати, вот этот лес вырубим еще. Или они до туда не дойдут? Я какую-то часть леса хотел бы оставить. Ладно, просто пока сюда переброшу. Тут буду коттеджи строить. Коттедж сделаю. Я просто беспокоюсь, как бы на меня еще и Фёб не напал. Как у нас отношения с ним? Минус 5. Прикиньте, хуже даже. Хуже, чем с монголом, с которым у меня война. Поэтому... Ну тут не видать, что он прям армию как-то сильно концентрирует.
Так, тут везде рыцарей строим. Хватка счастья. Меха, слоновая кость, шелк, киты. Этого у нас ничего нету. Храмы мы тут тоже все построили. Ну, давайте стадион. Так, тут храм конфуцианский. Тут как раз рост пока есть. Вверху возле Орика монгольский скаут. Сейчас глянем. Ну, а тут скауты ни на кого нападать не могут, по-моему, если я ничего не путаю. Так что они даже город захватить не могут. Так, а что ж тут тогда... Давайте монастырь. Да, есть разведчик, но я так понимаю, что можно его не бояться. Так, что у нас по торговле ресурсами? Готов продавать вино, американец. Но, по-моему, мне ему нечего предложить. Может, за теху какую купит? А, он, они за техи тут не продаются. Тут теха только на теху, если. Ну, просто нет смысла на благовоние менять. Видите, ему только благовоние надо. Инженерное дело, компас и божественное право. Это Эфиоп. Ну, монгола я опережаю по техам, а вот Эфиоп, если еще нападет. Короче, ждем, когда нападет Эфиоп, видимо. Видите, как монгол? Ну вот, вот этот стек мы сейчас должны вроде завалить. Наследница чужеземной династии вышла замуж за нашего аристократа против воли своих родителей. По слухам, эфиопы особенно недовольны тем, что церемонию провели конфуцианские священники. Так, минус 1 единица отношения, минус 2 единицы, минус 3 единицы. Отлично, очень вовремя еще ухудшим отношения с Эфиопом. Нет, давайте просто минус 1. Сделаем. Во-первых, мне нужны деньги. Там надо было 20 платить, а я хочу апнуть в рыцарей как можно быстрее. Так, и вторая коляска у нас тут. Серебро рядом с Лондоном. И еще и великий инженер у нас появился. Так, а где серебро? О! Просто с нихера серебро. Кайф. Ну, то есть, это плюс счастье просто. О! Плюс 2 даже счастье. А, ну потому что кузница построена. Класс, просто... Так, тут давайте к вероятности отступления. Смотрим. 69%. Ну поехали. Процентов 77. 59. 72. What's the plan?
77%. Ну чё, убьют, наверное. Нет, не убили, слава богу. 95. 96. Пока все нормально идет. Отлично, еще генерал набился. Так, у меня такой вопрос. А, тут все равно один ход остался. Нет, тогда мы, наверное, не будем добивать. Просто если я добью, то я на это место встану, и тогда меня убьют. Не хочу. Наверное, академию посажу его. Сверхспециалистом. Наверное, и прошлого надо было так же. Прошлого генерала. Так, а вот инженера на какое-нибудь чудо оставить. Университет Санкаре. Плюс две науки от всех культовых построек конфуцианства. Вообще круто. Ангкор-Ват. Каждый священнослужитель молоток дает во всех городах. Блин, и это круто. Ребята, ну и какое чудо круче? Ну блин, это мне надо тогда будет микроменеджментом заниматься через специалистов. Я ж не через специалистов играю, если я Ангкор-Ват поставлю. Это значит, что надо специалистов микроменеджмент. У меня, конечно, есть тут не... иногда я тут что-то включаю специалистов, но по-хорошему я играю через коттеджи, а не через специалистов. Поэтому чудо на специалистов как бы так себе. А вот две науки от культовых построек, тем более у меня их много. Мне кажется, универ Санкаре надо. У нас тут какое-нибудь... Рядом еще чудо будет. Вот я открываю банковское дело. Это не чудо. Ну вот Оксфорд. Ну это мало. А, это малое. То есть его в любом случае можно построить. Ладно, тогда. Университет Санкаре делаем. Следим за перемещениями. Разграбил. Ух, плюс две науки от всех культовых построек. Так, тут поселим в городе. Ну хорошо, разграбил ферму, а не домик. Давайте банковское дело за один ход откроем. Он все стоит тут, видите, не уходит. Так, у меня вопрос по рыцарям. Если я им проатакую,
Я, ну, и убью, я смогу отступить или нет? Или мне просто лучше всеми юнитами тогда сюда заходить? What do you need? 99. Ready for action. Только не всеми, а те, кто не особо ранен. Блин. Секироносец. Надо было весь этот лес вырубать. Стоит теперь тут специально. Так, катапульты, наверное, в Ноттингем подтягиваем, и мы пойдем потом отсюда на старый сарай. Наверное, буду выходить. И тут, наверное, постепенно. Давайте булавоносцами тоже туда переходить. Your orders. Надо старый сарай брать. Что тут What у do you меня тут need? стоять будет, сколько Your presence времени? unaccounted for. Торговые ряды рост дадут, но мне, с другой стороны, рыцарей надо строить. Рост в плане, что нездоровье уйдет. Бананы, пряности, сахар, вино. А, так подожди. Нифига, оно мне не даст. У меня ж нету ни... Ну, конечно, 25% к деньгам и так круто, но... Эту не даст мне. Ладно, давайте пока рыцарей. Пока рыцарей. Так, есть счастье, есть рост тут. Переходы рыцарей. Ну, еще рыцарей сделаем. Так, я хочу теперь посмотреть на науку от религиозных построек. Они есть вообще? Но это... Да, вот, конфуцианский храм плюс 2. Подождите, а я вот думал... Разве монастырь сам по себе не дает плюс 2 науки, или он только 10% дает? А, не дает, да. Все-таки добавилось еще плюс 2. Ну, то есть, считайте, плюс 4 здесь, например, а в Ноттингеме вообще плюс 6. Я так понимаю, что должен и Кун Мяо давать. Угу. Красиво. А банковское дело быстро откроем, а потом снизим. Дорогу уже разграбил. Банковские учреждения опаснее, чем готовые к сражению войска. Так. О, катапульты. Но мы идем, наверное, мимо нее, вот сюда в лес становимся. Хотя я бы ее убил.
Может пожертвовать одним рыцарем, потому что он может нанести нормальный урон такой. Потому что этот, скорее всего, минус рыцарь, хотя... Хотя... Вырубаю. Так, шанс отступления. Давайте сюда. Я думаю, что надо эту завалить уже наконец. Waiting your orders. Tell me what to do. Tell me what to do. All present and accounted for. At your service. What do you need? Present and accounted for. Orders. Надо сюда еще юнитов поставить. Получается, чтобы этот стек меня не завалил. Waiting your orders. Только тех, кто не ранены, сюда перевожу. Так, что меркантилизм? Он открывает... А, нет иностранных торговых путей. Нет, это, наверное, неинтересно пока. Что дальше открываем? Печатный пресс надо. Деревня и городок плюс к деньгам. Кузница. Наверное, надо кузницу. Хотя тут с производством. Производством вроде норм. Ладно, все равно кузницу. Не помешает. О, инженерное дело Америкос продаст. Отлично. Оно стоит 1105. Давайте феодализм. Монотеизм и вот законов. Он мне даже заплатит. Хорошо, если без монотеизма. А, я хочу, чтобы я заплатил. Не, лучше давай ты мне заплатишь. Художник не тогда знает, что он достиг совершенства, по дороге дальше перемещаться, когда нечего добавить. Но когда нечего больше отнять. Катапульты в камнеметы можем апнуть и замки строить. Да, точно, тут надо лес убирать. Точняк. Тут особенно, блин. Сейчас, ну, убьют мне тут рыцаря, нет? Нет. Отлично. Так. Рубаем тут леса. Этот и этот. Yes. Yes. Так, тут
Начинаем обстреливать город. А, нет, катапульты не апаются в камнеметы. Так, сколько? 18% снимают. А, ну, то есть, пока мы не снимем защиту с города, нету смысла его атаковать, как вы понимаете. Так, а что у нас здесь по... По атаке 66%. Не знаю, пробовать, не пробовать. Вот тут город еще монгольский. Вот этот точно надо будет брать, идти. Монголы точно отстают по развитию. Поэтому, мне кажется... Они не выходят из леса, они тут стоят уже, не знаю, пятый ход. А, это уникальное здание Великобритании. Интересно, чем оно лучше банка, надо почитать. Комплекс Муай, конечно, тут круто было бы. Так, тут стены есть, тут стены есть. Так. А, дает на 15% больше. Значит, все перемещения игрока ускорены. 15% больше денег дает, в отличие от банка. Что такое все перемещения игрока ускорены? Да, ну биржи надо везде строить, походу. Это очень круто при игре через коттеджи. Денег сейчас... Вот я печатный пресс открою, построю биржу, у меня денег будет. Так, Что дает возможность покупать юнитов? Ну, и... Короче, ускорять за деньги... В городе. Всеобщее избирательное право, демократия. Это у нас где? Это у нас вот. Так, открываем печатный пресс. Наверное, образование надо. Воинские традиции. Я надеюсь, кавалерист из рыцаря же апается. Нет, в кирасиры рыцари апаются. А кирасиры у нас где? А, ну да, вот они. Только порох требует. Мне еще в порох надо зайти. Не, подожди. Порох это же не ресурс. Это именно теха. То есть мне надо в теху зайти. А так лошади и железо у меня есть. То есть мне надо, наверное,
после печатного пресса в образование, потом в порох, потом воинские традиции, потом демократия. Как-то так. А, Катя, вот у нас за либерализм еще бесплатная теха. А, в английском. Понял. Если позже, да. Ну, тут переводы. Мы же апостольский дворец. Самый прикол, что в русском переводе в апостольском дворце не написано, что эти вот религиозные строения после его постройки дают плюс два молотка. Это же важно, а в русском не написано. Так, ладно, значит, образование после печатного пресса, потом порох. Прикол, замок. Я их только сейчас открыл, а я уже могу экономику открыть, при котором. Блин, может, пока не спешить, может, просто образование. Ой, так, печатный пресс, образование. Просто мне нравится бесплатную теху с либерализма взять. Например, с либерализма взять экономику, чтобы бесплатного торговца получить. Давайте так сделаем. At your service. Yes? Reporting for duty, all present and accounted for. Ладно, хочу этот стек убить. Пускай я потеряю какие-то юниты. Надоели они мне тут. Я не могу уйти отсюда просто из-за них. 54% проиграл. Второй раз проиграл 64%. В мою пользу было. Reporting for duty. Awaiting your orders. Tell me what to do. 69%. Да, бля, ну что? Ну что это? Как это хер работает, тупорыл? Блин, как меня просто вымораживает? 73%. Yes. All present and accounted for. Нахер, я не хочу так играть. Ну это просто какой-то. Ну что это такое, ну? Где тут автосейв? Просто пиздец, это. Кто это придумал, это просто трындец. Во всех, сейчас было 6 боев, 6 боев. Во всех шанс, что я победю, выше от 65% до 77%. И я только один раз победил. Ну как это? Банковские учреждения опаснее, чем готовые к Ты что, прошлый сражению ход, что ли? войска. Бля, прошлый ход. Тут еще и автосейвы не каждый ход, что ли?
Да, те же, что делали XCOM. Да нет, не в конце хода, вот начало хода, прям юниты ходят. Это вообще, по-моему, даже позапрошлый ход. Что это за хрень? Они еще автосейвы и каждый ход сделаны. Это, как-то додуматься до такого. Катапульту ту хотел убить. У меня катапульты уже вот здесь, у меня все катапульты там стоят. У меня нету сейчас катапульт вот в этом стеке. Сделать пару катапульт, что ли? Так, значит, тут я решил печатный пресс, образование, либерализм. Ну это просто, ну это же так дебильно, у тебя стоит стек в лесу, на одной клетке просто, на одной клетке. Ну это настолько тупо выглядит, но он меня разграбил городок. Я из-за сейва забыл, что я хотел эту катапульту убить. Yes? Your orders. Ну вот хера он тут стоит. Он живет здесь, это лес, он тут, блядь, построил там хижину себе. Что это за... Ready for action. Ready for action. All present and accounted for. Your orders, ready for action. Все леса нахрен вырубать надо, чтобы они тут не тусили. Так.
Типа, каких катапульт? Уже надо... Подожди, а почему нету камнеметов? Я же их открыл. Блин, а можно... Почему надо обязательно выбрать сейчас? Вообще я не могу открыть какую-нибудь вкладку. Почему я обязан сейчас выбирать? Камнеметы же были открыты. Опять что-то для них требуется там. И это в гражданском, в инженерном деле, вот. Ничего для них не требуется. А, я не поторговал. Ну, блин, какой дебильный сейф. Ну, как вы так автосейвы делаете? Ну, это же, ну, блин, что это за прикол? То есть автосейв раз в 4 хода или во сколько он делается? Тупорылое говно. Ну, я еще ему платить теперь должен. Художник не тогда знает, что он достиг совершенства, когда нечего добавить, но когда нечего больше отнять. Катапульты во что апаются? Где они тут открываются? Ах, господи. Пушку. Что, и камнемет в пушку? Угу. Рибушеты в поле хуже катапульт? Катапульта. Максимальный урон противнику 75%. Не получает побочный урон. Может бомбить городские укрепления. Ну и... А, типа что сила меньше? 4, а тут 5. Да, походу против юнитов лучше все-таки... катапульту, если я хочу катапульту бить, если я хочу юниты бить. Я только что смотрел в настройках автосейв. Где? Игра. Тут автосейвов нету. Графика. Странно было бы. Ну, в разном, наверное, только, но и тут нету. После пятерки не могу визуально понять, что где. Не, по-моему, тоже довольно понятное. Я уже, наверное, против буду голосовать. Блин, он теперь уже сюда юнитов привел. Так, ладно, сохраняюсь. Посмотрим, как сейчас пройдет. Вот, смотрите, у нас шанс 63%. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Ну, из 5, 3. Вот сейчас. Вот это как бы честное распределение только что было. Из 5, 3 прошло на с шансом 63-70%. Это да.
Так, ну и добьем каким-нибудь одним. Чтобы не весь стек туда перся. Yes? What's the plan? А, не, слушайте, ходит рыцарь после убийства. Нормально. О, сопутствующий ущерб, чтобы выше был. Сопутствующий ущерб — это вот как раз когда юниты атакуют, чтобы больше, ну, окружающим юнитам больше наносился урон. Ну, следующим ходом еще плюс к деньгам будет. Кайф. Так, вот эти... Надо походить, надо подводить к старому сараю, то там чисто рыцарями мы хрен возьмем. Монголин, партизан, капитулирован, да, чисто по-английски. А зачем вот... Может кто-нибудь мне объяснить, что значит изучать механику? Почему игра прячет от тебя вот такие важные штуки? То есть у тебя стратегическая игра. Ты должен, исходя из данных, как бы решить, что тебе делать. А теперь приходит потом Илья Коган в чатик и говорит, надо изучать на циф-фанатиках. Прикол. Это вот любая стратегия, которая от вас что-то скрывает, чтобы вам было сложнее, это просто идет нахер сразу. Ну, в смысле, не спрятано. Где? Так вот, шанс, только что были шансы. Вот до того я играл. Да, кстати, наверное, катапульту надо эту проатаковать. И мы закроем проход. Ну, точняк. Давайте вот этими... Вот этими пятью рыцарями вот сюда встанем, чтобы поддержка не могла прийти в старый сарай. Да, спасибо за подсказку. О, они пытались, видите, убить, не убили меня рыцари сейчас. Мы вышли в Возрождение, деревня и городок плюс оказало такое же влияние на человеческие умы, как пороховое ружье на историю войн. А Чингисхан уже голосует «да». Хрен тебе через плечо. Так, сколько там 6% осталось? Это надо одной катапультой. Или двумя. И еще одной, значит. А теперь парочкой катапульт проатакуем. Они умрут, но зато мы нанесем урон. Тут у нас 5 юнитов внутри. Так, отступление. Ну, я надеюсь, возьмем сейчас город. Так, вот теперь можно сохраниться опять. Ой, чуть не завершил игру. Смотрим, 72, 73%.
Можно почитать лог боя. Илья, сообщать должно перед боем, а не после боя. Как всегда, любую, вот оправдатель любой дичи всегда найдется. Все написано, все написано. Раз, о, убили. Два, не убили. Или он отступил? Нет, нам убили. Подожди, или отступил? Не, убили, убили. Три. Четыре. И захватываем город? Нет еще. Тогда вот тут захватываем. Жгите его дотла. Думал ко мне лезть, вы смотрите. What's the plan? Так, ну сейчас дальше, наверное, вот на этот город надо идти. То есть вот сюда на лес, потом сюда проходим. All present and accounted for. В Йорке размещу. Пока тут стою, но я думаю, сейчас эти стеки уйдут отсюда. Вряд ли он меня будет атаковать. Так, роста тут дофига. Может, суд пока построить? Все равно требуется нам. Запретку мне точно надо будет делать. Ишь, еды мало для роста. В пятой циви тоже есть рандом в боевке, но он нивелирован, собственно, как и в шестой. Потому что, ну, грубо говоря, этот, как его, формула нанесения урона, да, предполагает, ну, там, например, я не знаю, я не помню конкретные цифры, ну там, предположим, мечник, у него сила 20 против копейщика, у которого сила 15. И мечник копейщику может нанести урон по хитпоинтам, там, например, от 25 до 37.
хитпоинтов. Так вот, от 25 до 37 это именно что рандом. То есть там кидается какой-то кубик в шестерке, я помню, экспонента используется. То есть у тебя вот этот рандом есть. То есть у тебя рандом в том плане, какой ты урон нанесешь. Но это лучше, чем рандом убьешь, не убьешь. Да, города болеют. Надо пройтись по городам. Смотрите, как они тут. Так, тут роста нету. Хотя, а что тут не вырасти? Я думаю, что, ну, лучше не здоровье, чем тут можно вырасти. Тут тоже пускай пока стоит. Вот здесь тоже можно вырасти, кстати. Так, в Лондоне и Ноттингеме следующим ходом рост надо убрать. Вот здесь не надо расти. Видите, уже лишний этот безработный сидит. Ни хрена не делает. И тут нельзя расти, кстати. В Лондоне и в Ноттингеме рост уберем. Философию, ага. Так, вот теперь в Лондоне рост убираем. И в Ноттингеме убираем. Эти, наверное, апну в длиннолука, так уж и быть. Ready for action. Торговые ряды. Так, ну в столице, в принципе, нечего строить. Будем катапульты. Или Слушайте, катапульты у меня есть? Может, камнеметы, чтобы быстрее там... Давайте камнеметы, чтобы быстрее снять защиту того города. Ну да, дебильно, естественно, туризм. Нет, довольство как раз очень легко. А туризм, вот этот туризм через жопу сделан, естественно. Но у меня есть видео на канале расчета туризма, но это все равно никак не поможет. Типа, ты, сидя в игре, все равно не будешь понимать. То есть, ты тупо будешь всегда максить туризм, не особо представляя, насколько это, ну, как он влияет. Нет больше богатства, чем знания. Больше нищеты, чем невежества. Нет, тут сопутствующую
Наверное, к атаке города возьмем. Камнемету сопутствующий ущерб нафиг надо. У меня нету на здоровье ничего. Торговые ряды могли бы быть, если бы у меня были бананы, пряности, сахар или вино. Поэтому я тут и не строю. Ну что, он сейчас вот так опять пойдет по лесам, по долам? Мне надо, Катя, вернуться тут вот дороги сделать. В том же лесу, например. Вообще вырубить этот лес. Этим рабочим, наверное. Отступает. Так, хорошо. Я хочу вылечить своих. Глобальную карту давай обменяемся. Почему нет? У него уже красители появились, а мне все равно ему нечего дать. Так, эти все вылечены. Пошли, наверное, в лес. Уже. Так, а тут счастье. Ну, я могу, кстати, просто вот так, например, сделать. О, немножко в счастье вкинули денежек, раз они у нас есть. Это улучшит все. Что
Что, думали только у вас стейки, уважаемые монголы? Так, ну, на этом на записи я... Не... Вот как раз хорошее место для того, чтобы серию завершить на записи. Ну как так-то? Так, сейчас. Ссылочки, подписаться на канал. Так, эта серия на этом завершена. Стрим продолжается, не волнуйтесь.